Раз, 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 раз. Здравствуйте! Добрый вечер! Спасибо, что пришли сегодня. Мы рады вас видеть в этом замечательном месте. Меня зовут Элина Эр. Сегодня со мной будут мои прекрасные, самые позитивные, самые творческие, талантливые музыканты Санкт-Петербурга. Наталья Гребенщикова, две клавиши. Павел Борисов, бас-гитара и очки, одна бас-гитара. Много барабанов и тарелочек. Степан Васильев. Сегодня мы для вас будем играть музыку, которую мы называем «Jazz and Dance». Для нас «Jazz and Dance» — мы просто придумали это словосочетание. Нам кажется, прикольно. Прикольно же? Это эксперимент со звуком и зачастую использование вокального лупера в композиции. Поэтому сегодня вы услышите такой эксперимент из Петербурга. Мы надеемся, вам понравится. Все наши композиции — это композиции наших любимых музыкантов, которые мы немножечко изменили. И начнем прямо сейчас. «Down on my knees» — песня из репертуара певицы Айя. Thank you.
Следующая композиция будет веселее. Еще веселее, чем эта веселая песня. Называется она «In a manner of speaking». Переводится как «Манера говорить». Песня о том, что зачастую мы не можем выразить любовь словами, и иногда нужно выражать ее через взгляд, через молчание, и нужно говорить о своей любви хотя бы так. In a manner of speaking. Thank you.
Сейчас мы исполним композицию из репертуара моего любимого музыканта, которого мало знают в России, а мы его знаем, мы его поем и исполняем. Песня опять-таки про любовь, как и все, мне кажется, песни. «Манки си, манки ду», она называется. «Обезьяна видит, обезьяна делает». О том, что иногда в любви мы сходим с ума, но это весело, и любовь нужна всем нам. «Манки си». Следующая композиция называется «Just the Two of Us». Она была моим вторым экспериментом с лупером и, наверное, первым удачным. Мы сейчас тоже для вас сыграем вместе с Наташей.
Песня о счастливой любви, о том, что двое людей смогут выдержать все испытания. Мы в это верим. Следующая композиция, она про утро. Я правда просыпаюсь с ней практически
практически каждое утро. Песня, ну, либо очень счастливого, либо немножко сумасшедшего человека, хотя, наверное, это одно и то же. Про то, как он проснулся утром, он просто безмерно счастлив от этого. И он говорит: «Привет, радио, привет, диван, привет, птицы». И, в общем, попробуйте так поделать, это правда весело. Песня называется «Morning». На сцену свою подругу. Мы с ней знакомы давно. Мы вместе учились в университете культуры, но Лиза там училась на вокалистку, я, ну, она там программист. Мне не нравилось. Там мы с ней познакомились, и сейчас мы поняли, что мы так, ну, ничего вместе поем. И сейчас надеюсь, что ничего вместе споем. Да, добрый вечер. Мы сейчас споем композицию, которая была исполнена Майклом Джексоном, а написано Стиви Уандером. Песенка в дуэтном варианте сейчас прозвучит. Да, акапелла мы будем исполнять ее. Ну, очень интересно получилось у нас ее спеть вдвоем.
Так что слушайте и наслаждайтесь. I can help. Группы Portishead. Она очень экстремальная. Очень. Я предупредила. Класс. Thank you.
Ding 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 ding
Либо по смыслу, либо мелодически. И сейчас мы исполним первый микс Master Blaster и As If You Read My Mind. Thank you.
to join the fighting. Oh, but our answer today, oh, is to let all our worries, let the grease through our fingers slip away. This has come to the bad way. Just begun. Do you know you? We'll be jumping until the break.
А сейчас будет композиция специально для влюбленных пар. Я знаю. Приходите. Сейчас можно будет потанцевать. Песня о том, как женщина нашла мужчину своей мечты, он для нее как звезда в небе. Like a star. Just like a star across my sky, just like an angel of the age, you have appeared to my life, feeling like I'll never be the same. Just like a soul in my heart, just like a oil on my hands. Дальше повеселее. Еще веселее. Куда веселее, чем Like a Star. Сейчас будет композиция, которую, я надеюсь, вы все знаете. Из репертуара Бобби Макферрина. Какая это может быть песня? Тун-та-тун-тун. Нет, ты сказал. Только не она. Она будет немножечко другой аранжировки, и мы ее тоже смиксуем с одной песенкой, которую вы тоже, наверное, знаете. Don't worry, be happy. Thank you.
From the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me.
Елизавету Мущук. Поаплодируйте ей! Сейчас будет песня-эксперимент. Да, значит, мы сейчас споем блюзовую композицию, но в нашем варианте она будет звучать довольно интересно. Мы в нее добавили немного этники. Снова поем акапелла. Желаем вам приятного прослушивания. Be my husband, будь моим мужем. If you want me to cook and sew, if you want me to cook and sew, if you want me to
broken soul. Outside of you, there's no place to go. Please don't treat me so, doggone it. Please don't treat me so, doggone it. Please don't treat me so, doggone it. You're the meanest man I ever see. Oh, daddy, now love me good. Oh, daddy, now love me good. Take it down, down. Oh, daddy, now love me good. Oh, daddy, now love me good. Oh, love me good. Последняя уже, к сожалению, композиция. Но это опять будет Стиви Вандер. Это будет уже другой микс. Вот, мы надеемся, вы с нами потопаете, похлопаете, может быть, попляшете. Thank you.
улыбались, поддерживали нас. Нам очень понравилось в Москве, и я надеюсь, что мы еще приедем. Мы приедем, ребята. Класс. С вами были сегодня Наталья Гребенщикова.